Бунт в 51-й колонии возник из-за отказа криминальных авторитетов переходить в другую тюрьму и показывать личные вещи при досмотрах. Это официальная версия происходящего, озвучили ее представители Минюста. Сегодня на пресс-конференции объявили, что особый режим на территории колонии продлится до 7 июня. Затем с проверкой в Одессу приедет мониторинговая группа, которая и займется расследованием. Факт физического насилия администрация отрицает, якобы в тот день среди пострадавших заключенных не было. В больницу поступили только работники колонии. Спустя несколько дней виновных установить не удалось, и результатов расследования тоже нет. За результаты на данный час говорить зарано, але хочу зазначить про те, що правоохоронними органами проводятся перевірки в рамках кримінальних проваджень. На данный час нікого не відсторонено від виконання функціональних обов'язків. Колонию готовят к консервации, якобы из-за многочисленных повреждений в результате бунта. Это дежурная часть, служебные кабинеты, участок усиленного контроля и некоторые отделения. Всех заключенных собираются распределить по трем ближайшим колониям. Правда, когда именно произойдет расформирование детской тюрьмы, в Минюсте не признаются. Нам дійсно подано до комісії, на розгляд комісії Міністерства юстиції матеріали щодо консервації 51-ї установи. Ці матеріали надані в зв'язку з тим, що через ті події, які трапились, є неможливість її функціонування. По Південному МРУ є три установи, яких достатня кількість місць для засуджених. Це Арбузінська виправна колонія номер 83, це Вознесенська виправна колонія номер 72 і це Дарівська виправна колонія номер 10. Дві установи Миколаївської області і одна установа Херсонської області. На даний час там існує певна кількість місць для того, щоб розмістити засуджених. Руководства колонии на пресс-конференции не было. При этом пенитенциарии считают, что заключенных никто не бил, хотя на видео, которое сняли заключенные, можно разглядеть увечья. В день проведения бунту до нас філію скаргами на травми не звертались зовсім. Я відвідала колонію, медичну частину на другий день, це було 28 травня. В медичній частині чергували два фельдшера і лікар. Були присутні ув'язнені. І з загальними скаргами – це головна біль, підвищення тиску, слабкість, а з травмами ніхто не звертався. В понедельник в 51-й колонии в водопроводном переулке вспыхнул бунт. Заключенные протестовали против условий содержания, устроили пожары и захватили одно из помещений. Бунт подавили, однако сотрудники колонии получили травмы. Сейчас на территории исправительного учреждения действует особый режим. Временно отменены свидания с осужденными и посещение колонии журналистами. По мнению следователей, причиной бунта стали ненадлежащие условия содержания осужденных, в том числе низкое качество пищи в учреждении.